Привет, YouTube! Привет подписчикам, зрителям канала Techniques Reviews. Сегодня небольшой обзор вот этого изделия фирмы MFH Inc. Company. Что мы видим? Camo Face Paint 3 Colors. То есть это грим для лица, три цвета представлено. Прочный пластиковый бокс. Легко наносится и легко снимается с зеркалом. То есть в наборе присутствует и зеркало в том числе. Здесь вот написано три цвета Camo Face Paint для раскраски защитной. Также имеется штрих-код 4.0, то есть Германия. И написано, что написано содержание, тут сложный состав, парафин, петролатум, изопропил, миристейт, мика, церезин, микрокристаллическая вакса, тальк, сорбитан, олеит, масло какое-то сорбит. Ну и так далее. В общем, химический состав полностью расписан здесь. Здесь написано тоже, что и с этой стороны. О том, что легко наносится, легко смывается. Ну и теперь перейдем, посмотрим. Что это? Упаковку в сторону. Вот пластиковая коробочка. Три цвета. Опять полностью состав указан на этой наклеечке. И также указано 32 миллилитра. То есть весь объем составляет 32 миллилитра. Коробочка с защелкой. Открываем и видим зеркало. Видим зеркало и видим три цвета грима. Ну, то есть я пробовать его не буду. Вот такой грим, который используется для нанесения маскирующей раскраски на лицо. Я думаю, может применяться не только у военных, но может применяться и у охотников, у пейнтболистов и в других играх, там, где это необходимо. Также при различных видах реконструкции и так далее. На этом все. Пока-пока.